Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас опять наш беззанатный аккаунт, который мы решили все-таки прокачивать. Добрался я до него, записывал ему видосики в Brawl Stars. Ну и, соответственно, параллельно зашел уже сюда. Сейчас посмотрим, что у нас приготовили русские. Просто жесть, ребят. Бешеных. Ну, хоть и 100 дают их, но оно того реально не стоит. Это получается два больших пака. Смешно немножко, конечно, смотря на этот рынок. Так, окей. Что там у нас сегодня по плану? Ну, сегодня по плану у нас апнуть немножко силы. Немножко апнемся. Вечно забываю заходить сюда. Апать. Стражи и поднимать магию нужно тоже. Так, использовать. Окей. Ну и сегодня мы, конечно же, откроем нашу имбу, которую я получил. Реально герой очень кайфовый. Так, можно, в принципе, ускорение. Надо все-таки придумать ник. Никак не дойду до этого тоже. Так, что тут у нас? Вот... Первая магия, которую нам надо качать, это Ярость Ароса. В первую же очередь она нам очень поможет на подземках. Так, хорошо. Кого мы уберем? Ну, в принципе, можно убрать рыцаря. Поехали. Открываем. Чик. Вот так вот, ребятушки. Поехали. Расскажу вам, что это за герой, почему это самый имбовый герой. Так, князь тыква. Прикиньте, сейчас так хоп и 5-5 ремка. Так, окей, князь тыква. Что герой умеет? На 8 секунд первое умение, на 8 секунд увеличивает всем дружественным юнитам атаку, скорость атаки и скорость перемещения на 10%. Чем выше уровень вы можете посмотреть. Так, сейчас мы ее быстренько найдем здесь. Здесь можно посмотреть, на каком умении что герой дает. Вот. На десятке. На 55%, то есть атака, скорость перемещения абсолютно все. На 11 добавляется уже иммунитет к оглушению на 3 секунды, это очень полезно для подземок. Качать надо, прокачивать надо, потому что без этого героя вы не будете очень быстро развивать свой аккаунт, так как развивалось бы... Тьфу ты! Короче... Задумался. В чем суть? Без этого героя вы нифига не пройдете. Никакую локацию, никакую там прокачку не сделаете быстрее, потому что этот герой реально нужен очень, он нужен на архидемоне. Ну, в PvP локациях раньше когда-то да, сейчас уже нет. На архидемоне да, подземки да, подземки это самое основное. Почему именно подземки, до них мы дойдем. В подземках можно нормально получать опыта, кристаллов героев для улучшения, ну и, соответственно, качать ваших героев. В общем, вот как-то так. Поэтому без этого героя это реально будет сложно. Можно проходить, конечно, если вы сделаете очень много доната, прокачаете там топовых персонажей, вам тыква, возможно, нафиг не нужна будет. Но, опять же, она сейчас актуальна и была актуальна, и будет точно так же и Купидон. Особенно для бездоната это просто... Это просто самый лучший вариант. Так, поэтому мы вливаем все ресурсы. Сюда вы скажете, блин, зачем? Ну вот, затем, ребят, что тыковка у вас должна быть прокачана. Вот сделали плюс одну звезду, видите, дальше мне опять же нужно бежать в подземке, чтобы апать дальше героя в подземке. В дальнейшем будет просто нереально проходить, если у вас... не будет хорошая тыковка, поэтому ее нужно в первую очередь прокачивать, эволюционировать и прочее.
У меня есть идея показывать вам здесь героя, рассказывать о нем и показывать, каким он должен быть там, на любой из основ, которые у меня есть, показывать разные сборочки, рассказывать, чтобы было как-то, ну, более понятнее, потому что здесь я могу рассказывать, многие не будут понимать, о чем речь, поэтому пишите в комментах, если вы хотите видеть именно такой контент, я буду специально для вас готовить героев здесь и на других аккаунтах, так как есть возможность потестировать с разными сборками, показать вам ее, то есть смело пишите, что вы хотите увидеть, мы это сделаем. Окей, ну что, поехали. Первое применение — это подземки, поехали на подземки. К сожалению, я вот видите, сейчас начал играть, у меня скина на нее нет, но скин на нее в принципе не нужен, но по большому счету можно два талантика и в одушку пихать, она очень неплохо будет смотреться, и исцеление... Что то очень достойно. Так, давайте еще подкачаем немножко, чтобы она у нас не особо сливалась. Книжечки у нас есть. Так, что там мне дали еще дополнительно награды. И поехали, будем проходить подземочки. На волнах, честно скажу, она... Если у вас, конечно, никого нету из героев, то, в принципе, раньше всегда с ее проходили. Сейчас уже не настолько она актуальна там, но, опять же, тоже нужна... Так, окей, четвертая таблетка у меня, мы можем, в принципе, еще таблеточку построить. Сейчас будем мегатащерами. Такс. Ставим так. Тыковки по питомцу. Что можно ставить? Ну, на таком левеле лучше всего, конечно, ставить вот... слон, чтобы не станилась она и, соответственно, быстрее разгонялась, потому что ей нужен заряд. Ну, мне надо, конечно, еще выбить сейчас, ну, не сейчас, а вообще в идеале мне выбить надо, как его, Купидона. Вспомнил, блин, называется. Играю и не помню героев. Без Купидончика тоже реально все будет очень печально. Ну, вроде как бы все, Тритона... Им вещи взяли, конечно, он у меня здесь еще не настолько не был, каким хотелось бы его видеть. Так, Рудольф, ну, вроде как бы сборка есть, поехали посмотрим, что там у нас. Перешли мы на следующие подземки, ну, в принципе, тут первые подземки несложные. Так, поехали. Тут можно всех остальных выбросить, сейчас Тритона сольют, наверное. Вот смотрите на тыковку, сейчас она зарядится и даст моим... героям такой баф. Вот она включилась, и все, соответственно, ускорились, увеличилась у них атака. Так, Тритончика у нас слили. Ну, благодаря тому, что у нее уровень хорош, в принципе, мы сейчас будем быстренько здесь тащить. Вот, то есть она ускоряет, и реально с ней намного проще прохождение, и намного быстрее, самое главное. Потому что зачастую реально... Сейчас не знаю, успею то зарядить. Во многих локациях я уже показывал. Очень правильно кидать ее первой при магии. Магию я пока, как видите, не использую. Так трешую. С магией будет все намного проще. Ну, так как у нас есть питомцы, это первые. Вот смотрите, баф она дает. Отлично. На нее можно агрить. Первую выпускайте, она быстрее у вас будет заряжаться, потому что... Потому что у нас все нафиг вылетело, все как всегда. Люблю я этот Нокс. На самом интересном. Хорошо, хоть ничего на 3 звезды не тащили. И древние не проходили. Шучу, конечно, нам еще до древнего очень далеко. В общем, без этого героя, если вы его не выбьете, старайтесь его заполучить любым способом, потому что это самый основной герой битвы замков. Так. Да, мы только что вышли в аккаунт. Запороли, наверное, мне попытку. Так, отлично. Пока восстанавливается, мы и так можем попроходить. То есть, герой действительно стоящий, поэтому я и сказал, что вытащил. Реально имбу, но
Второй не такой уже актуальный, как раньше был. Раньше тыковка просто была божеством, сейчас уже, к сожалению или к счастью, есть другие герои. Да и тыкву не так уж сложно получить, которые могут ее заменить. Да и прокачки героев уже настолько изменились, что тыковка не везде нужна. Раньше она использовалась очень часто. По талантикам уже сказал, самый оптимальный вариант — это исцеление, потому что она и от хила будет иметь больше, да, от тех же самых питомцев, и будет иметь заряд быстрее. Воодушка то же самое, плюс 40% жизни, если на максималке, но без доната это будет не скоро еще на максималку прокачка. На русском сервере однозначно. Потом следующий, третий вариант — это изворотливость. Там заряд раз в секунду идет, тоже неплохо. И четвертый вариант — берс. Ну и пятый на крайняк вариант — это ремка. Почему ремка для нее не топовая? Потому что она один раз включится, и все, у нее не будет скорости набора. Без скорости набора, ну, я вам так скажу, тыковка не даст вам нужного, желаемого результата. То есть выпал у вас пятый берс — ставьте. Выпал там изворотливость — однозначно ставьте. Потому что это реально будет плюс. У этого героя нету кулдауна, то есть она будет все время включать свой скилл, за счет этого она, соответственно, героев разгоняет. Вот видите, под тыковкой быстрее дело идет. Тут уже 40-е пошли. А я тут 7-ю бегаю. Сейчас мы эту панду оприходуем. Или она нас не успели. Вот, поэтому, ребят, качайте, качайте таких героев, тыква, купидон в первую очередь, не жалейте на них ресурсов. Так, окей, смотрим, что там у нас. Усовершенствовать. Вот тут можно пока книгами поднять силушку до 5000. Так, кто тут у нас тыковка? Поднята, фараона тоже. 4 самоцвета потратил. Вот это я транжира. Силу, как видите, поднять, многие писали, вот я там качаю, качаю силу. Силу поднимать однозначно надо, и это не проблема, тем более сейчас ее поднять. Все как бы ресурсы для этого у нас уже есть. Так, использовать. Книжечки пока я могу тратить, это, в принципе, капля в море от всего. Так, Дрейка мы не качаем, Стрелка мы не качаем, Бога Грома нам надо качнуть, так как мы его будем активно использовать тоже. Каждый герой дает разную силу, чтобы вы понимали, то есть не все они одинаково дают прибавку. Такс. Пять. Так, новый у нас титул, да, рыцарь Дин. Теперь мы стали не сквайром 2, а стали рыцарем, ребят. Вот так вот взяли рыцаря, вот так вот назовем даже этот видосик. Что там у нас дальше? Дальше у нас откроются пустынные руины. Сейчас у меня открылась экспедиция. Чем она хороша, я думаю, вам расскажу уже в дальнейшем. Там и потрешуем, походим, посмотрим. Не хочу затягивать видос. Пишите комменты, что вы хотите дальше увидеть. Я буду вам рассказывать и уже буду более так плодотворно скоро качать аккаунт, параллельно прокачивать героев, чтобы это не занимало в видосе время. Все, всем удачи, всем пока.